Мокнуть осталось недолго, обещают прогнозисты Северного гидрометцентра. Умеренно теплая погода должна прийти в регион уже на выходных. Жаркой погоды нам не обещают, но отсутствие осадков уже должно обрадовать привыкших к суровому лету жителей округа. У природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать. Дождь ли, снег, любое время года – надо благодарно принимать. Переменную облачность, местами небольшие умеренные, а порой и сильные дожди в наш регион принесли сразу несколько циклонов. Они пришли к нам с Кольского полуострова и Мало-Ненецкого автономного округа. Впрочем, синоптики обнадежили, температура воздуха в регионе очень скоро станет, если не летней, то хотя бы просто приблизиться к ней. Такая погода у нас сохранится до выходных. Где-то к 19 июня к нам придет на смену вместо циклона антициклон, и погода будет потеплее. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов, а в ночные часы, конечно, будет похолоднее, 2-7 градусов. Так что до выходных мы будем вот так вот пока мокнуть, и потом уже циклон будет перемещаться на новую землю, в сторону новой земли. И вот, ну, на выходных будет, обещают наши прогнозисты, что будет потеплее. Кстати, самая высокая температура в этот день была в 1993 году. Тогда столбики термометров показывали почти 22 градуса тепла. А вот самый холодный день, 16 июня, был отмечен синоптиками в 78-м. Погода была совсем не летняя, за окном был плюс 1 градус. По народному календарю 16 июня – день Лукьяна-Ветряка. По поверьям, если на Лукьяна случалась гроза, ожидали плохого сенокоса. В то же время проливной дождь предвещал славный урожай грибов. Так и говорили, был бы дождик на Лукьяна, будут и грибки.